Переливы русских песен звучат со сцены Дома культуры Назарьевский. А это значит, открытый конкурс народного вокала «Крутец» во второй раз порадовал жителей нашего округа. Его главной визитной карточкой стала квалифицированная беспристрастная жюри, в состав которого вошли и одинцовские депутаты-единороссы. Жюри, которая имеет опыт преподавания, педагогический опыт, наши члены жюри имеют, и опыт выступления на концертных площадках. Мы обязательно приглашаем и профессиональных артистов, и профессиональных педагогов для того, чтобы дать компетентную оценку творчеству тех участников, которые принимают участие в наших конкурсах и фестивалях. Председатель жюри, народный артист России Владимир Девятов, отметил значительный рост мастерства исполнителей. Однако еще есть к чему стремиться и над чем работать. Всего две песни было Московской области, традиционные песни Московской области. Мне кажется, что эту ситуацию нужно исправить и провести соответствующую работу среди руководителей коллективов и исполнителей, солистов, для того, чтобы они в большей степени пели песни той земли, на которой они живут. Также следует прививать любовь к народному творчеству с детства, уверены представители жюри. Ведь именно через песню можно выразить все эмоции, сохранить культуру, привить любовь к родине. И конкурс «Крутец» этому способствует. В этом году он значительно расширил свою географию. У нас расширилась география. Теперь в этом конкурсе у нас представлен не один Одинцовский городской округ, а еще представлено 6 городских округов Московской области. И думаем, что если все будет хорошо, то в следующем году мы будем иметь уже статус областного фестиваля-конкурса. А пока жюри предстоит нелегкая работа. Среди ярких и талантливых исполнителей народной песни выбрать лучшего. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».